Эй, ты кто? Я тебя не знаю. Пойдем. Я знаю. Так, так. Мне нужен план. Мистер Дженсен, какая ирония в том, что именно вы спасли нас от этих монстров. Монстров, Таггарт? А может, людей? Людей, которые потеряли контроль над собой, потеряли разум. По-моему, это моя реплика. К сожалению, ваш уважаемый мистер Дэру решил присвоить мою идею и обратить ее против меня. В безумии и крови. Он предал нас всех. Так вы признаете? Вы участвовали во всем этом. С самого начала. Бессмысленно это отрицать. Но что бы вы о нас ни думали, мы никогда не хотели запрещать импланты. Мы лишь добивались регулирования. Правил разработки технологий и законов, позволяющих удостовериться, что она используется на благо общества. Для вас общество превыше человечества. И кто же должен разработать эти правила? Люди, обладающие мудростью. Силой и упорством. Проверенные, выдающиеся лидеры, как вы, мистер Дженсен. Вы определенно заслужили право быть среди нас. Вам надо лишь воспользоваться этим правом. Мне слава не нужна, Таггарт. Учтите только, что без контроля не будет и свободы. Лишь анархия.
Вы были полицейским когда-то. Вы знаете, насколько важен порядок. Я знаю, что между порядком и рабством есть разница. Биочип не должен был обращать людей в рабство. Он лишь ограничивал способности, чтобы люди не шли на массовые убийства, как происходит сейчас. Просто поразительно, как здорово сработал ваш план. Говорите, что хотите. В глубине души вы со мной согласны. Абсолютная свобода ничем не отличается от абсолютного хаоса. Обществу нужны рамки, если оно надеется выжить. И вы, мистер Дженсен, можете даровать нам эту надежду. Отключите сигнал Дэру. Потом помогите мне распространить сообщение, что после аварии в Версалайф мировой запас нейропозина был заражен. Версалайф? А что, если я хочу обвинить иллюминатов? Иллюминаты — это лишь название, привлекающее богатых инвесторов. И потом, вы думаете, мир поверит в какую-то теорию заговора из 18 века? Выполните нашу просьбу, и вы обеспечите человечеству светлое будущее. Всем людям, и с имплантами, и без них. В будущем, которое предлагает Хью Дэру, одной из категорий места нет. Мне надо подумать.
Какого черта? Господи. Номинальное давление воды 173 фунта на квадратный дюйм. Кто я? Коммуникационная сеть активирована. Мне холодно. Дроны с 1 по 3 в рабочем состоянии. Я не помню. Дрон 4 отключен. Отпустите. Обработка. Боже, помоги, мне страшно. Внутренняя температура стабильна. Обработка. Джао, что вы делаете? Устанавливаю соединение с проектом Хирон, мистер Дженсен. Это самые современные квантовые компьютеры, управляемые человеческим мозгом. С их помощью я получу доступ к сигналу Тэроу и изменю сообщение на то, что принесет пользу нам. Нам или иллюминатам? Кто-то же должен перехватить сигнал и спасти мир. И давайте на чистоту. Никто из нас не доверит эту роль никому другому. Компьютер начать и EEG-синхронизация. Как больно. Синхронизация бета-волн на частоте 40 Гц. Спать, дайте мне поспать. Обнаружен несовместимый чип XP. Внимание, не удалось передать управление камере Альфа. Система не может распознать мальчик. Нейросистемы отключены. Передача управления и EEG-сети. Я не могу управлять Хироном! Повышение уровня глутамата на 32%. Джао, вытащите их отсюда. Мне нужно добраться до камеры управления. Нет. Я могу им управлять. Все под контролем! Приходите сигнал. Тревога. Через главный шлюз дрон. А, черт. Система охраны камеры Альфа активирована. Для доступа к камере Альфа очистите камеры 3-й категории. Именно я изменю сигнал. И тогда совет встретит меня с распростертыми объятиями. Внимание! Защитить маму! Не подходите! Не подходите! Здесь плохой человек! Почему он хочет нас убить? Нас! Убить его! От вас было бы больше пользы, если бы вы не вмешивались с Дженсом! Внимание! Производит угрозы... Я все сделаю, мама! Только не мучай никого! Не надо больше боли! Пожалуйста, защити нас от него! Нет безопасности достаточно! Нет достаточно! Угроза заражения. После того, как встретишь их тяжелый взгляд, выбора не остается! Гидростатическое... Внимание! Активирована ручная замена камер 3-й категории. Производится общая очистка системы. Третичные станции закрываются.
Начинается! Начинается! Херон, твою грозу! Нет! Стойте! Активируйте аварийный протокол! Вы не представляете, какими ресурсами они распоряжаются, Дженсен! Ты смог... Дрена, ваша основа генетика! Активация протокола диссипации! Внимание! Электрический заряд на докритическом уровне и растет. 50% до процедуры разряда. Проклятый Ферл! Он предал! Внимание! Основная камера под угрозой. Дополнительные меры безопасности активированы. Объявлена эвакуация. Вам до меня не добраться, Дженсен. В этой системе учитывается слишком много факторов. Мы с вами потерпели неудачу. Здравствуйте, Адам. Добро пожаловать. Тут еще не край света, но его отсюда видно. Лиза, что вы тут делаете? Моя работа – следить и сообщать о событиях, Адам. Пока Дэроу все не испортил своим сигналом, весь мир следил за событиями здесь. И я тоже. Трансляция. Мне надо ее прервать. Я знаю. Пожалуйста, подойдите. Вы знаете, где мы сейчас, Адам? Мы в точке опоры, где общество достигло равновесия. Хью Дэроу надеялся склонить чашу весов в одну сторону, сообщив миру то, о чем вы уже знаете. О биочипе, иллюминатах, обо всем. Он верил, что правда убедит человечество прекратить исследование технологий улучшения человека навсегда. Она точно заставит человечество их опасаться. Вы правы. Признание Дэроу готово для трансляции. Если хотите, я выпущу его в эфир, как только вы прервете сигнал. Все, что вы с таким трудом расследовали, выйдет в свет. Но только в том случае, если вы прервете вещание на этом пульте. С другой стороны, если хотите, я могу изменить сообщение Дэроу. Можно опустить информацию о биочипе и включить новые данные.
Например, обвинить во всем фронт человечества, как предложил шериф. Организация уже призналась в укрывательстве террористов. Будет легко убедить народ в том, что для них биологическое оружие стало отчаянной попыткой избавиться от людей с имплантами. Но зачем? Что это даст? Со временем можно будет переключить всеобщую ненависть на экстремистов. А корпорации смогут свободно экспериментировать с эволюцией человека. Но если вы хотите внести подобные изменения, прервать сигнал и начать процесс монтажа необходимо отсюда. Либо из послания Дэрроу можно вырезать любые упоминания о так называемых иллюминатах. Можно сообщить, что из-за некоторых нарушений большая партия нейропозина оказалась зараженной до поступления на рынок. Этого бы хотел Таггарт. Думаете, весь мир купится на россказни об отравлении нейропозином? Вы удивитесь, узнав, чему верят люди. Я могу их убедить. Испытав на себе отрицательные последствия халатности корпорации, народ заставит внедрить ограничения на исследование улучшений человека. Но только в том случае, если вы прервете сигнал и запустите монтаж отсюда. Разумеется, есть еще один вариант. Этот проход ведет к пульту управления давлением на Панхее. Достаточно его уничтожить, чтобы установка обрушилась и была навечно погребена под толщей океанских вод. Все, кто здесь есть, погибнут. И это решение? Никто не расскажет миру, что на самом деле произошло, Адам. Никто не сможет извратить историю. Даже я. Выбор за вами. Как думаете, хватит у вас мудрости выбрать будущее для человечества? Или хотите, чтобы человечество самостоятельно нашло ответы? Система охраны камеры Альфа активирована. Для доступа к камере Альфа очистите камеры третьей категории.